Вен! Друзья, сегодня у нас очень крутое видео, потому что это первая полоса препятствий на моем канале. Я давно хотел ее снять. Еще с детства, лет 15 назад, я делал в своем дворе с детьми полосы препятствий. Мы ездили, объезжали камни, всякие штучки делали на велосипедах. Было очень круто, весело, но в последнее время у меня не было времени это что такое снять. И смотрев Скотти Крамера каждый день, американец, который снимает эти видео, я думал, блин, я же хотел еще раньше него снять, почему я не снял? И вот сегодня пришло то время, потому что у меня появился свой участок. И раньше я не мог снять полосу препятствий, потому что не было места, негде было. В скейт-парке катаются другие люди, мы друг другу будем мешать, я не могу просто всех выгнать. А теперь, когда у меня есть свой участок, мы решили отснять, наконец-то, первую полосу препятствий на моем участке. С нами Женя Овчарук, Паша Мелой, Стецюк, Жестим, который только приехал с Польши, и Колян Брутал. А еще я и Валик, оператор, он тоже будет участвовать. Валик, на себя можешь навести. Да нет. Задача заключается в том, чтобы проехать к финишу быстрее всех. Кто победит, выиграет вот такую вот футболку «Жесть» и наклеек кучу. Главное провести хорошо время. Если кто-нибудь и выставляет ногу, это плюс 5 секунд времени. Если наезжает на ленту, это плюс 3 секунды времени. Если кто-то объезжает препятствие, плюс 10 секунд времени. Если ты не хочешь делать какой-то трюк, тоже плюс 10 секунд времени, но начинаешь с того же места. У нас есть ультра-бонус. Кто поедет в трубке маски, кто поедет в маске, ему минус... Сколько секунд? Минус 5? Давай 15. 10. Нет. Минус 10 секунд времени тому, кто будет ехать в маске, и минус еще 5 секунд, кто наденет трубку. Минус чуть-чуть. Минус 15 секунд времени. Минус. Итак, давайте по-быстрому я покажу вам полосу препятствий и начинаем. Нужно съехать и сделать 180. Только люстру не разбить, потому что минус 250 гривен бюджет. Тут нужно проехать через эту штуку, я не буду пока что. Это сложно. Потом сюда. Блин, как сложно, челка на глаза попадает. Нужно шлем это убирать. Короче, у меня, видишь, я ногу скинул плюс 5 секунд. Я начинаю отсюда же. Потом на поддон нужно. Дальше въезжаем в эти кусты. Только я не буду въезжать, потому что это потом. Сами это потом. Проезжаем. Ложим велик. Дальше нужно взять, слушайте все внимательно, зерно. Покормить Роберто. Сыпать ему зерна. Дальше ложите обратно зерно. Берете самокат и делаете бани-бар, кто не умеет, чикен-бар. Если вы стоите в ногу, секунду, или можно переделать. Потом вложите самокат в бок, чтобы он вам не мешал. Берете велик и дальше опять в эти кусты, в этот бурьян. Потом дальше выезжаете с бурьяна сюда. Очень техничная полоса здесь. Потому что МТБ очень большой, на ПМ легче. Кто разобьет люстру, тоже минус 250 гривен. Дальше сюда. Фейки. И сюда вот мокэп или просто выехать дальше. Кидаете велик. Будет матрас на воде. Нужно бросить велик. Сесть на матрас, доплыть туда, и кто-то переносит один велик и лестницу на ту сторону. Потом вы берете велик там, с той стороны. Тут вам подали уже лестницу, вы сошли, сели на велик, и опять сюда вот, через кусты. Дальше бревна вот эти. Дальше downhill. Покрышка. И вот тут лежат ключи. Берете ключ, нажимаете вторую кнопку. Открываете ворота и выезжаете. Кто первый? Я первый. Я первый.
первый, попал! Все. Кто первый выезжает, тот победил. Все, вы поняли? Да. Колян, ты понял, все, куда ехать? Да. Ты понял, Женя? Да. Алло, у нас с Женей нет тормоза. Ну и что? Так как я тут буду скорость велика. Не. Не будет там никакой скорости. Тут препятствия тебе. Мелый, ты понял, куда ехать? Да. Кто проиграет, тот первый едет. Первым хуже из-за того, что здесь бурьян. И первым будет сложнее проехать через него. Здесь бурьян. Все, давайте, пацаны. Давай, Валик. Валик. Давайте. Чувачи. Он первый. Блин, мне сложнее всего. Чувачи. Мои друзья, братан. Чувачи. А, я последний, ебой. Пацаны, я решил для контента заеду в бурьян, в сорняк, без футболки весь. Там клещи. Пофиг, жестим. Рваемся. Раунд 1. Нога. Дети. Пацаны, ну це не серйозно. Драбина, драбина, драбина. Велик, велик. Велик, драбина, де? Велик. Ну, велик. Пацани, ну що це таке? Я знімаю. Драбина, да. О, нога. Пацаны, неорганизованно. Я так само также не буду вам подавать матрас и велик. У вас 4 человека, и никто не может помочь. Выставил ногу 3 раза, это плюс 15 секунд. Хотя до этого раз попробовал проехать и не выставлял, короче. Нормально, следующий это Мелый. Погнали, Мелый, дачки тебе. Я сейчас это сделаю, трассу поправлю. У нас выключили свет, я не могу дверь закрыть свои ворота. Свет уже пропадает 3-й раз за сколько? За неделю, за 2 недели. Давайте мы добавим автоматом, посчитаем, сколько я времени выезжал, добавим. Да, так и будет. Там секунд 8-7. Только тут я 180 не сможу. Далее там проезжаю, так, там проезжаю, там перепрыгну, все. Видишь, я нажму. Да, готов. Давай, погнали. Ну все, готовы, да? Давай, Мелый. Блин, ты чуть не разбил. Нет, нормально. Две ноги. Пропустил 15-й. Нет, две ноги. Не, 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 ногу. А я тут. Давай, давай, едь, едь. Едь, давай, Мелый, едь. Ты ж профессиональный фигач. Нет, я уже. Под прыжками, брат. Под прыжками, ходя. Тут совсем мало места. Это Миша так бак поставил, чтобы никто кроме него не проехал. Нет, так стрел. Включим реплей на видео. Я хотел туда наоборот. Моя маска в меня за Ленина ехала. Ты тоже там наедешь. Давай, давай. Тоже там наедешь. Давай, давай, Мелый. Давай, маску. О, пошел, давай, давай, давай. Давай, давай. Бляха! Давай, отсюда. Это уже пропустил. Давай, пусти. Ha ha ha.
Потянуть долго. Голуба, голуба! Голуб, голуб. На, корми голубя. На, голубь. О, благодарен тебе. Все, давай самокат, самокат. Самокат. Давай, бани-бар или чикен-бар? Ай, быстро, мэр. Или пропускай, если по 4 здесь. Давай, чикен-бар. Не со стороны руки. Это ничего. Давай, мэл. Нормально. Пойдет. Пил. Матрас. Матрас, не, матрас, не, матрас. Нельзя. Можно, просто можно. Меня. Я просто сюда? Да, когда доедет, тогда подавай. Направо, направо. Давай, давай, давай. Ай, переехал линию. Раз, переехал, два. Пейки, пейки. Давай, пейки, на лакер. Ты имеешь пейки, готово. Давай, давай. Давай, давай, раз, четыре. А где? Там, я быстрее! Дуй! Дуй! Матрас, иди сюда! Лестницу берите, ну почему никто не взял лестницу? Подожди, подожди, я сейчас в цель! А зачем лестницу, он же вылез! Подожди, я сейчас залезу! Давай, давай, давай! Давай, прыгай! Давай, прыгай! Прыгай! Оля! Давай, 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 быстрее. Я уже не могу вылезти. Колян, ну скорее, ну что из-за тебя я не могу вылезти. Колян! Давай быстрее же, Колян! Велик, блин! Велик, да! Мелочи! Давай, пошел вперед! Давай, Мелочи, давай! Очки пригодились! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Сними лицо, эмоции. Эмоции, Мелик. Оце, диви, я не хотів купатися сьогодні цілий день, скупався. Хух, блін. Мінус, мінус 10 за очки. Ми посмотрим по відео. Сука, очки не спасли мене під водою. Не спасли? Це мінус? Це мінус чи плюс? А, мінус. Все, следующий, хто у нас? Я. Ну, щоб вилазити по ній. Лестницю? Да. Хай Женя тащить, так як ти мило і медленно вилазити. Це жесть, я не міг її підняти. Я пропускаю перше препятствие, тому що у мене нет тормоза. Ти неповноцінний. Все, я стартую. Давай. Пішов. Давай, давай. Давай, молодець. Пойдем. Молодець, Коля, давай. Отлично. Боже, Бэм, 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 бэм. Давай, ты лезешь, давай, Коля, прыгай. Блин, есть! Блин! Давай, давай, давай. Давай, давай, давай.
Стоп! Ровно. Ровно 2 минуты. Как тебе? Нормально. Молодец, быстро проехал. У Коляна 2 минуты 26 секунд. Это без ворот. Еще посчитаем на видео, посмотрим, сколько я въезжал в ворота и добавим. Но уже 2-е место, Колян, 2-е. Мэлла 3-е, Мэлла еще призер. Тройка попадает. Еще остался Женя и Валик. Может, мы будем 3 первых места. Валик сегодня будет плавать. А может и нет. Не знаю, посмотрим. Женя, нет тормоза, но он не пропускает, как Колян, препятствие. Кстати, Коляну еще плюс 10 секунд за то, что пропустил первое препятствие. 2 минуты 36. 36 секунд. Погнали. Давай, Женя. Раз. Еще два. Аккуратно. Чисто, молодец. О, благодарю. Молодец, тормози. Молодец, молодец. Молодец, Женя, давай, держи. Планку. На. Стартуем еще раз, значит. Почему? Я не спрашивал, или все окей? Надо было... Я не успеваю со всем справляться, снимать, засекать. И досочку я не получил, досочку. И поэтому... Женя еще раз едет, давай. Ебой, молодец. Раз. Ебой, молодец. Бля. Минус 250 гривен. Да, блин, не знаю. Секундомер запинай. Чувак. Плюс 10 секунд. Да, давай, давай, давай. И дисквалификация, давай еще раз, только больше не въедь. Да все, все. Раунд 3. Линия. Давай, Женя! Нога! Нога! Все, чисто на шанс! Не сдавайся, Женя! Давай, есть еще шанс! Аккуратно! Голову покорми! Не бейте, по-моему! Голову же ждем! Бля, ставь на того, бля! Банчик! Yeah. Yeah. Yeah, было, давай! Лучше, чем у тебя! Нормально, нормально. Здесь один раз линию пересекнул. Давай, Женя, фейки, фокусет на бровку. Молодец. Ай, нога, бляха. Велик, Мелой. Я про велик. Бри. Не сад велик, дробинь. Давай, Женек, пошел. Давай. Минута 54. Именно выиграл. Ну пока что, еще посчитаем все сейчас. У него больше ног было, чем у тебя. Да, он больше ноги выставлял. У него 10 ног. У тебя только 2. Все, сейчас посчитаем на видео, посмотрим. Минута 54, Женя, довольно? Еще ноги там все. А почем Брама? А почем Брама? У Жени ровно минута 54, и мы посчитали по препятствиям 36 секунд, значит 2 минуты, 30 секунд время, но мы еще всем не посчитали ворота. Я буду снимать Валика теперь. Валик, ты готов? Да. Ну что, погнали. Остановитесь. Валик сел на свой велосипед. Валик, как тебе? Пусто. Я у него покупал, кто не знает, 2,5 года назад и купил этот велик у Валика. Вспомнил? Ну. Готов? Кепочка поправлена. Шорты есть. Пацки, кто-то там матрас мне подкрепил. Да.
Фу, ну я постараюсь. Давай, Вера. Нога. Ой, извини, давай едь. Это я. Нормально. Там выехал за линию. Давай. Заново. Две линии. Три нога. Женя, помешал мне снять чуть-чуть. Скорости. Давай. Покормить голубя. Барчик. Нормально? Отойди, не мешай. Ну, Коля, почему ты мешаешь мне снимать? Стал сзади. Молодец, Валик. Смотри, нормально приехал. Давай, Валик. Давай, Валик, жги. Давай. Велик тащите, пацаны. Велик, бери. Велик. Всегда не смотрят. У нас новый. Ебать. Нифига себе. Минута 36. Ебой. Ничего себе, быстро. Old school, пацаны. Минута 36, ведь Валик не катался. Уже несколько лет. Я Валик, мне 12 рок, я катаюсь. Хорош, Валик. Давай. Штрафы мы посчитали, если правильно, плюс 27 секунд. Но я не был оповещен о бровке, так что можно мне 2 секунды. Валик не знал, что вот этот бордюр. Покажи. Валик думал, что бордюр, можно на него выезжать, но это линия, и все знали, я никому не говорил. Давай еще раз. Не. Ну так все. Пошел ты. Короче, и плюс ворота. А у тебя сколько было? 2.5. Совсем? И с штрафами? С воротами. И штрафами. Да не может быть. Да, не может быть, реально мешает. Ты наехал так быстро. Давайте посчитайте. И сейчас посчитаем, мы посмотрим мое видео, посчитаем, сколько ворот секунд открывались. И пересчитаем. Кто там за дверью, Мелви, ну ты же сидел. Тот. Ромерес. Ромерес, ты с нами в игре. Какая игра? Давай, Ромерес. Да? А как сработает? Я поставил, прям только что. Может, ты проедешь в стыл? Давай. Привет. Давай попробуем. Попробуешь? Все, Ромерес вернулся. Женя третье место, Кальна четвертое, Мелли сейчас последнее место, но у нас появился Рамирес, и сейчас вам покажем бонусный заезд. Сейчас поедем, только мне надо выложить зарплату, чтобы я ее не утопил, блядь. Рамирес! Мелли, поддержишь? Вот это пресс! Дай зарплату, в бассейн не будет. Бля, это трэш. Мелли, я с тобой дружу, пошли. Это полтора месяца. Мелли, дружи. Что, поролонку? Что, Рамирес готовы? Девочки, сами погнали. А он знает трассу? Я уже знаю трассу, но я вообще не уверен абсолютно, как ее проехать. Самое главное, я забыл, извините, кто побеждает, получает футболку жесть, а кто проигрывает, извините, что в начале игры не сказал. Белый уже расстроился. Кто проигрывает, вырывает весь тот бурьян, в который мы въезжали. Мелой! Ромирус! Ладно, у меня есть перчатки, если что. Без перчаток, я забыл. Без перчаток. Я тоже забыл условие. Мелой откупится, у него он пресс. Прессак. Только что накачал. А не, так не считается. А почему? Потому что у тебя... заранее обложен. А, ты не старался, да, из-за этого? Можешь переехать, Мелой. Это не бурян, кстати, это рукола. Я тебе отвечаю, это рукола. Попробуй, это рукола. Попробуй. Это рукола. Фу, я знаю, рукола. Это рукола, попробуй, вкусная, да?
Прикольно. Просто вона переспівша. Ну реально. Кого ти слухаєш? Кого ти рухаєш? Попробуй, Женя. Може, бур'ян. Бур'ян. А, ти на Женя, віриш мені. Ладно, все, погнали. Рвірус, ти готов? Ні, не готов, но тогда погнали. Да, давай, три, два, раз. Ого! Давай, давай. Ложи велик. Кроме голуби, он прыгает, что нам уже ждет. Любые его! Еще погладил, минус 5 секунд. На спину самокат, два раза. Бля. Давай, давай еще раз. Я еще раз, Лена, сделал, давай еще раз. Отойдите, пацаны. Курва. Давай еще раз. Все, все. Все, есть барспин. Барспина нет, это пропустим. Молодец. Молодец. Ага, еще раз. А ну фейки. Давай фейки, Рома, кстати, ты хорошо умеешь фейки. Давай. Еще раз. Давай, 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 молодец. Выезжай, короче, выезжай, выезжай, все. Ох, самый. Бросай велик, бросай! Велик, возьми велик! Велик, бери! Велик, бери! Давай, давай! Твою мать! Это так классно! Да, подержал. Через даунхилл-секцию, прямо. Прямо до ворот. Давай через даунхилл. Пошел, пошел, пошел. Блин, ты... Ой, что, смотри, не есть. Это объезд резину. Ворота, да, торопись за ворот. Я тоже все прилило. Офигенно, принял душ. 2:24. Покатался. Почему мой шлем намочил? Спасибо. Время 2:24. Блин, захотелось там покупаться немного в осенне, остаться. Че оно перекрыло? Я прямо ныряю, а оно скинуло, короче, направо, непонятно что. Скинуло? Само скинуло. Вот это прям вчиться. Оно скинуло. Не, ну классно. Поехали купаться еще, поехали. Блин. Он объектив мне. Снимай, снимай! Бежи! Не, Рома, тихо раздейся! Жесть! Офигенно, вода вот такая вот, супер! Кто там звонит, Мелый, подивись. Не ударился в дно? Не, больше воды, кстати, стало. А что у меня не получилось? Так оно было? Да. А что у меня не получилось? Нет. Ну этот раз выйдет, ты уже понял систему, я уверен, да. Что выйдет. Да нет. Кстати, да, тяжело. Попытка номер 3, Рамирес против дивана. Ааа, блин! Блин, реально? Нет, надо просто максимально мягко, наверное, лечь. Ну так неинтересно. Здорово. Раешь? Что ты участвуешь в заезде? Я не знаю, что там за заезды у вас. Раешь? Уже закончилось, а он может попробовать. Раешь? Что вы делаете? Что делаете? Ты уже проиграл, уже все. А, все, да приехай, проедешь, еще, в смысле? Ну можешь проехать, если хочешь. Да видео проехать? Снимай так само. У вас все препятствия, хочешь проехать? Да нет. Да. О, молодец. Да. Короче, надо... Максимально плавно надо, типа. Точно не хочешь пробовать? Да нет, выиграешь футболку. Не, не приеду, да. Два раза выезжал за 10 уроки питания, блин. И что там? А Рамирус? Что Рамирус? Рамирус катается каждый день весь.
Я месяц уже не катался точно. Да. Какой месяц? Три месяца назад. Месяц два или три. Три месяца назад ты катался. Да нет, ты что гонишь? Месяца два до сих не катался. Чувак, тренинг уже прошло. Уже лето заканчивается. Единственное, что у меня получилось, развернуться там прыжками триалиста. В общем, у Мелы там 3.15-3.7 секунд, да, Мелы вроде? 3.22. Короче, не важно, сколько у Мелы, у Рамироса 3 минуты 44 секунды. 3.48. 3.48. Значит, Рамирос проиграл, поздравляю. Голыми руками. Голыми руками вырубай. Да, давай, пошел. Рамирос освобождается тут. Нет, пошел. Рамирос освобождается от этого. Давай работай. Я с работы только что, да, я отработал. Не, серьезно. У меня куча бабок, я сейчас негр. Время там уже много наснимать. Ох уж это Рома. Давай быстрее. Я не буду рвать, ты же приказ. Да рвы, ты проиграл. Не делай. Чувак, ты проиграл. Ну и шо, я не буду рвать. Ну если б я проиграл, я то ладно. Стось проиграл. Конечно, це твій дом. Роботи пофаниться, мені треба по тобі щось зробити. У мене робота на роботі, робота дома. Це просто чисто для відео. Це не то, що тебе заставляють щось неморально, просто для відео зробити, ну, типу, проіграв. Для відео, да, на? Я можу тобі вирвати для відео, там, трик вставлю, я не буду це. Ну, вирви хоча б три, я остальне вирву. Ну, покажи, що ти хоча б рвеш. Ну, у нас договор же ж буде. Я рвів! Колян, ти можеш не мішати, пожалуйста? З корнем, Рома, буду трасти опять. Ух, йофт! Складывай на бок где-то. С корнем рви, тяни. О, нормально. Кстати, вони получаются... Мне с корнем нужно, Рома, не ломай, не гни их. Просто тяни. Оно хорошо рвется с корнем. Все, кроме раз отработал. Рома. Хорош. Капец, Рома. Ты проиграл. Есть руки помыть, ребят. В бассейне? Нет, в бассейне нельзя. Не заплатили, им помыл бы уже, в бассейне бы тебе не было. По-любому. Что ты Рамирос нарвешь? Пацан сказал, пацан сделал. Да. Рамирос. В условиях, которые оглашаются после проведения. Да, это нечестно было, конечно, с твоей стороны. Чувак, я загадал это еще вчера, я придумал, что делать, просто я забыл. А, ну то при чем тут? Ты же не сказал. А, для Рамироса сказал перед заездом. Да, есть еще. Колян правду сказал. Просто реально у меня на мне столько ответственности, вы все бегаете, что-то делаете, все разваливается, я ничего не успею, я снимаю, засекаю. Я забыл, что нужно сказать потом и все. Я же это загадал еще вчера. Давай все побираем. Спасибо. Я побираю сам. Я сам вырву, сам поубираю. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Надеюсь, вам понравилось. Если хотите вторую часть полосы препятствий, но более сложную, тогда пишите об этом в комментариях. До скорых встреч. Я вас очень сильно люблю. Peace. Я занял первое место, но не могу сам себе подарить футболку, поэтому футболку дарю Валику. Я Валику уже одну подарил, поэтому XXS-очку для его брата Валик просил очень сильно. Поздравляю Валика за второе место. Да. Бой. Все, я пошел вырывать бурьян, потому что Рамирос там. Поприкалывается за ним. Приезжай по нему. Что, биткоин король отдыхает, пока мешает вырывать бурьян? Да. Не, все ништяк, все супер. Ого, скользкий попал. Скользкий гад. О. О, биг босс, смотри. Биг бой. Биг бой, if you watch this video, come to Ukraine and... Come, это другое. Come to me. Come. A big boy and Scotty Kramer, go to Ukraine and take part obstacle course in Ukraine. In my house. Dream house. And enjoy this... Вид. This shit. This вид. Вид сорняк и трава, да, вроде? Вид? Вид. Да, вид. Это сорняк проводится. Но не только сорняк. Еще тот сорняк, который Мелы любит. О, блин. С корнем не получилось. Ну, ладно.